Первый день студента, чек. Я думала, что у меня кончится тариф, вернулся обратно. Оказалось, я просто включила VPN. Мы идем в какой-то актовый зал. Скажи, где я? Почему-то все очень красиво. Мы типа этот видеоблогеры юные. Такой вот зал некий. Ну как тебе концерт? Страшно, прикольно. Прикольно. School vibes. Это что, крутые сиди. Простите, я вас сниму. А сейчас вы вошли в ту зону, которая реально заставляет больше, а с другой стороны больше. Вас поздравляю. Спасибо. Давай. На 0,5. Красотка вообще. Все. Про BTS. Резкая смена локации. Мы идем на концерт какой-то, я не знаю, в честь студентов. Господи. Оцениваем мой лук. Мне кажется, классно. А нет, не хочу. Не пришли. Я чувствую, что у меня новая личность. Я даже сфоткал. Ты чуешь до конца, я тебе скажу. Приветики, пистолетики. Ты хочешь поделиться частью информации? Очень важно с нашими людьми. Да, нет, это все.
Кстати, продолжим. Это уже началось? Да. Это уже можно? Реакция, возможно, будет бешеная. BTS же распались, да? Да! Я знаю, когда BTS распались, они просто взяли паузу, да? То есть это... Последний раз! Ну все, девушка. Все, хватит. Все, хватит. Я все закрою. А? Тебе стыдно? Все, наша жизнь игра. Ночи напролет. Что за... Windows? Thank you.